have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки, и мы с вами продолжаем. Не так уж и много времени прошло с той серии. Я вот что думаю. Я до сих пор не помню, как добраться до Снежных Ворот, но я сейчас хочу попробовать кое-что. Раз уж мы так удачно... Ай! Зачем вы меня бьете? Вот что я вам сделал? Я пришел использовать телепорт на центральной площади, а вы ко мне... Я к вам со всей душой, а вы ко мне так. Хорошо. Поехали. Я хочу сходить посмотреть еще два места. Ну, то есть мы были возле, ну, грубо говоря, будем называть ее богиня. Возле богини мы были, были возле меча. Пойдемте еще раз, но уже с положенными кристаллами. Зайдем к богине. Возможно, она нам что-то сможет сказать или сделать. И зайдем. Где? Могу теперь дальше... и дальше пройти я тоже не могу. И что теперь? Ладно, хорошо, пойдем. Эта маска здесь смотрится максимально неестественно. Возможно, не та кнопка, возможно, мне стоит поменять маску на... Давайте вот это попробуем, я не знаю. Что-то с символикой меча, скорее всего, будет давать что-то для меча. Так, и вот центральная, да, центральная вроде у нас была для... вот ты где, стой. У меня включено. Не, меня только что били, что я смотрю. Черт, а прикиньте, с ней сражаться сейчас придется. Сраный читер. Так. Ну что, мамка? Привет! Не, ну смотрите, с маской эта сцена смотрелась бы максимально упорото, мне кажется. Ух ты ж ё! А моё без проигрыша здесь, не? Или здесь было без шансов? Нет, но это было, скорее всего, как... что, извините? Я оказался в духовном альтернативном мире. Где все разбито, раздроблено. Мне предлагают сейчас к ней вернуться или... О, привет. Чё скажешь? Это все максимально странно. То есть, она меня убила, несмотря на то, что у меня включено без проигрыша. Это немножко странно. Увидели там в углу? Болото? Что, извините? И никого нет. То есть это какой-то явно духовный мир этого всего. Я могу
Я могу сохраняться. То есть законы этого мира работают практически так же. Мне не сюда? Или... Стой. А что болото? Погодите, а тут нету пере... Ну тут же переход был, помните? Вон возле колодца стоит. А как тогда? А, оно начинает по-разному крутиться, смотрите. Я не знаю, что мне это дало, но оно начало крутиться, причем по-разному. Видите, в чем прикол? Переходы и мостики, они просто отсутствуют. Почему-то. Любые деревянные строения. Может, я в каком-то... Да, ну, прошлое. Попробуем через тут подняться. А, нет, это нужно было просто, чтобы к сундуку добраться, да. Хорошо. Пойдем сюда. Что-то плохое. А можно без чего-то плохого, пожалуйста? Четвертый ключ? Осадная машина? К чему все эти вопросы? Герой, глупец. Я себя сейчас немножечко, да, ощущаю. Не в своей тарелке. А что теперь? То есть, а реально, а тут теперь мост разломан, прикиньте. То есть, тут теперь в ту сторону и не пройдешь. Игра меня полностью отрезает от какого-то куска карты. Ну, чтобы я туда, наверное, не пошел. Но, с другой стороны, там через дорогу тоже стояли лисы. И что теперь делать? Герой, конечно, глупец. И причем, да, в духовном мире не работают все мои апгрейды, которые я накапливал в физическом. Фишка в том, что вон того удара изначального я избежать никак не мог. То есть мне дали босса, и вот это вот количество жизни на минималке. Чисто, конечно, теоретически скилловый игрок это смог бы пройти, но... Я же сколько раз говорил, что я в эту игру не по скиллу играю, а по интересу. Лесная крепость не пускает меня в лесную крепость. И сюда меня не пускают. Игра вполне целенаправленно говорит, вот туда не иди, сюда не иди. Окей, это я могу понять. А куда мне тогда? Уж позвольте спросить-то. У меня там справа остались, наверное, локации, куда я могу сходить. Вот сюда меня вроде пускают. Пока что. Не знаю, посмотрим. Вот сюда я никак не могу попасть. Нет.
здесь отрезали. Говорят, сюда не иди. К этому сундучку я так и не прошел. Он мне глаза мозолит уже сколько серий, но к нему я так и не попал. Хорошо, и что вы от меня хотите? Минуточку, герой, герой, герой. У нас где-то же была могила героя. Так, вот тут вот пропали, видите, все переправы, все мосты. Я бы даже посчитал бы, что та часть карты не актуальна, если бы не видел там вот этих вот лис. А куда же мне тогда же? Давайте я сюда схожу. Сюда пускают. И здесь все. То есть не лестницы. Уж позвольте спросить, а зачем тогда меня сюда пускают? Если я здесь дальше не могу пройти, зачем? Ладно, пойдем вниз. Посмотрим, куда я, в принципе, могу продвинуться. Тут уже дело не в том, в какую сторону я выберу, в какую сторону я пойду, а дело в том, в принципе, куда меня вообще пропустят. Сюда пока что можно, значит... А почему вы тогда тут лестницу убрали, если сюда можно? О, смотрите, собор, призрак, мост. А, да? Здесь я не был. Вон ту бумажечку как бы взять бы, но... Мне кажется, это как раз будет то место, где мне дадут недостающий скилл. Было бы очень странно, если бы это был бы конец игры. Та-та-та-та-та, собор, лунный свет. Серьезная битва. Типа, ты готов? Открывайся, сезам. Ладно. Старое кладбище. На кладбище ветер свищет. Некромант могилу ищет. Позакрыв салфеткой рот. Так. Ох ты ж, ё. А вон и сохраняйка. Все, кстати, очень размытое, но я, в принципе, понял масштабы немножечко. То есть мне предстоит сражаться в духовном мире. Теперь мне становится очень интересно, а что было бы, если бы я все-таки лесу с тем имбомечом смог бы укатать? Ну, я понимаю, что шансы там вообще критически малы, но все же, раз меня не убило сразу, а выкинуло на поле боя, и у босса появилась полоска жизни, значит, разработчики такие, ну на тебе шанс. Насчет срезания кустов я вам говорил, зачем я это делаю. Это метка того, что я тут просто был уже. Чтобы я не запутался. А я могу. Склеп. Надо бы зайти, поздороваться. Ну, пойдем. Да, это наш друг скелетон. А у нас денег, вообще кот наплакал. А тут монетка есть, тоже за штуку. Конечно, за штуку. Ну, в принципе, ладно. А вот и колодец. Если вдруг у тебя есть монетка, и ты хочешь ее потратить...
чувачки крепенькие. Кстати, насчет... О, сундучок. Насчет денег я хотел сказать, что за вон тех... Здравствуй. А ты кто такой? За вон тех чувачков давали... Я имею в виду ходячие сервера, помните, две серии назад, которые еще трансформировались потом в генералов Гривусов. Не знаю, что он делает, поменяю пока что, посмотрим. За них давали всего по 12 монет. Я считаю это крайне несправедливым. За такую огромную махину, особенно когда их две, особенно в замкнутом пространстве, и... Типа, если с ними честно драться, то это очень много нервов. Там прям вспотеют не только ладошки, вспотеет вообще все. И за каждого из них по 12 монет. Я понимаю, что они многоразовые. И если бы за них давали много денег, то кто-то бы сказал, что на них можно фармить. Блин, покажите мне того человека, кто пойдет фармить на таких мобах. Ну, просто в самом деле. Это такие мобы, которых ты очень сильно жалеешь, что они многоразовые. А те такие фармить, ага. Да что ж мне прямо эти карточки и карточки дают? Так, опять же, туда спуститься. Не имеем никакой возможности. Вот это красное, скорее всего, будет что-то жесткое, не? А что оно красное тогда? И там внизу еще красное. Вали отсюда. А почему я сюда пошел? Туда же можно было... О! Это что-то большое. Вот, видите, здесь режим бессмертия работает. И игра такая, ну, короче, да, чувак, ты всю игру прокачивался, ты считаешь, что ты хороший, крутой, всякое такое. На, походи опять с нубским снаряжением. На тебе сильных врагов, с которых будет падать по 4 монеты. Ох ты ж, елки. Ха-ха-ха, игра, успокойся. Давайте я вниз схожу. Просто мне показалось, что моя основная цель где-то там наверху, поэтому я, наверное, сейчас как-то бессознательно стремлюсь вниз, чтобы сходить на все необязательное, а потом... 50 монет. Ну да, ну да. Пошел я нафиг. Мне 200. Этого сейчас теоретически не хватило бы ни на прокачку, ни на покупку, ни на что. Так, а тут у нас... Эта игра не была бы этой игрой, если бы там не было прохода. Даже чисто теоретически. Да, сюда дальше никуда, но вот так вот обратно пройти можно. Я вообще думал, что мы к тому сундуку попадем, но нет. Не вставайте, не вставайте, я просто мимо прохожу, сидите. Так, ладно, ладно. Гасит. А он остальных разносит или нет? Оно двухголовое, прикинь. Оно мне магии не вернуло. То есть ниже половины хп, но начинает просто кидаться вот этими языками летучими, потому что его могут убить. Ладно, всю магию я завязал. Монеточка, здравствуйте, я бы тебе тогда все-таки... Так. Не знаю, может это было как-то символично. Здравствуйте, оживаем, нет? Деньги. 128, а чё такая неровная сумма? Я не против,
Но что-то как-то... Монетку надо вернуться, кинуть. Монетку надо вернуться, кинуть. Так, ну вроде как тут все обходили в этой нижней части. Ну, опять же, никогда нельзя быть полностью уверенным, потому что тут просто 100-500 разных секретных ходов, куда можно, в принципе, там, случайно тыкнуться носом в стенку и, о, пройти, и нормально. Что тут дальше? А, дальше ничего. Ну, по сути, все, это получается, территория зачищена, там был мини-босс. Давайте вернемся, монетку зафигарим в колодец. Это территория на возвышенности, получается. Но там было еще какое-то место. И тут вон сундучок остался. Неоткрытым. Вон там, видите? Интересно, интересно. Ладно. Ничего не случилось. 373. Наверное, восстановлю себе манну, что ли? Поехали дальше, пощупаем. Можно теперь... Не знаю, насколько целесообразно. Идти сейчас наверх... Ну, тупо невидимый враг. Ну, нормально, блин. Ну да, после этого, по крайней мере, его можно в таргете держать. И вроде как оно отъезжает. Хватит, хватит. Мне нормально. Давай, поехали. Да ну тебя. Нормально запуливается. Много на него уходит. Ну, типа, враги очень питательные, так скажем. А вот и здесь. Оно, да, вот. Еще одна монетка. Я с удовольствием пойду ее выкину. А наверх как попасть? Вон туда, к телескопу. Наверное, как-то здесь. Это эти астральные голуби, что бы их... Сейчас я все-таки... Вернусь, ну тут недалеко, во-первых, во-вторых... Ой, блин. Я просто здесь не ходил, а прикиньте, они тут есть. А туда пройти можно, что ли? Нет, только через верх, да? А что оно запитало? Оно запитало... Мост оно запитало, да? Я сейчас закину монетку и вернусь, посмотрю, что там у этих голубей. Да, залезь, пожалуйста, будь бобром. Еще недостаточно. Еще недостаточно. Ладно, поехали. Так, а сколько вас тут? Я же не верю, что вы... Задолбал. И три монетки с него. И две утонули. Ну, просто... Ну, это же, ну... Тяточка, лялечка, блин, чтоб его. Ладно. Пойдем сюда.
пойдем сюда. Вот тут можно подняться. Хорошая дорога вверх. Получается, нас-то выводит к трубе. Еще одна монета. Да блин, елки-палки, наверное, надо было сразу все пособирать. Ага. Ну, собственно, да, да, я понял. Нам туда, да. Прикиньте, сколько монет на одной локе. На, слейся. Вон там еще один. Давайте, знаете что, минутку, ребят. Так, кидаем. Что на этот раз? О, еще одну. Ну, значит, колодцы мне дают исключительно... Ну, пора бы уже, наверное, запомнить к этому моменту, что колодцы мне дают исключительно ну, вот такие вот штуки. Что вот это, наверное, повышает или улучшает восстановление выносливости. Вернемся сейчас обратно. Хорошо, мы здесь. Что-то мне это немножечко напоминает вот слоты под... мне немножко напоминает амулеты из... Элден Ринга, когда ты один изначально можешь только носить. Убей. Один можешь носить, но потом подбираешь всякие еще сумочки для амулетов, еще что-то, все-то, пятое, десятое, и в конце концов ты их можешь там носить. Четыре штуки с собой. Прикиньте, какие твари. Ну, по крайней мере, так одна останется. Жизни, ну, то есть, жизни, естественно, они мне подпортили капитально. У них у самих жизней просто до задницы. И видите, он сразу назад, назад, назад. То есть, атаковал и сразу же назад начинает. Ну, блин. И где у меня вот окно для удара сейчас? Вот это? Просто учитывая, что по нему сколько ударов? 8 надо. Сдохни, тварь. Магию? Да, давай, хочу. Хоть немножко мне вернешь. Ну и все, я теперь буду с этими говножизнями ходить до следующего колодца. Надеюсь, такого будет. Офигеть, запрятанный сундучок. И причем на 25 монет, не на 150, ничего, на 25 монет. Ну, раз вы делаете такую офигезную нычку, а нычка в самом деле хорошая, сделайте, чтобы оно того стоило. Как он тот сундук открыть? Это как-то... Сейчас, погоди. Как-то под мостом надо... Вон там. Сейчас посмотрим. Я надеюсь, что скоро костер дадут, потому что, ну, не айс вот так вот ходить. Вон туда как-то. Или опять же на обратном пути, или еще как-то у нас будет возможность для спрыгов. Этого сейчас прямо реально не хватает. Вот я увернулся, и где мое окно для удара? Идите с задницы, знаете что, ребят? Вот этот мост. Лестница? Погоди, а лестница... Да, лестница туда, куда надо. Тогда подожди, идите, идите к черту. У меня не будет нового костра, у меня будет сокращение. Причем... Маленькая фишечка в том, что за вот этих вот астральных уродов... Сколько у меня денег? 1500 почти что.
За вот этих астральных вот придурков, за них вообще не дают денег. Ни за крабов, ни за голубей, ни за кого. Вот эта вся фигня, которая жрет ну, всю мою сущность, а не просто жизнь. За них... Нет, иди отсюда. Вообще не до тебя. Ах ты говно, да? Ты будешь вот так, ты не будешь... Оно еще и уворачивается от выстрелов. Сдохни, тварь. Оно мне еще не дает открыть, оно еще и мешает. Оно, блин, оно вообще бесячее. Чуть магии себе вернул. Вон основные двери открываются. Теперь, а как мне вниз попасть? Отсюда никаких способов я не вижу. Ладно, пойдем пока что дальше, идем как идется, а там посмотрим. Угу, собор. Такой-то. Хорошо, что нам известно про собор? Подождите, я где-то что-то видел. Под колодцем, под землей, под водицей, под водой. Лягушачьи эти. Да-да-да, каменоломня была. Собор! Вот! Здравствуйте, это как раз вот оно, это место. Угу. Легенда гласит, что надев эту вещицу, обретаешь невероятные способности. Вот, видите? Одев эту вещицу, которая находится где? У нас все подписано. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, все дела. Но... Нифигища не переведено. Ну, короче, да, это у нас... А, вот и кладбище. Вот и кладбище. Да, там нам показан храм, но мы не можем туда никак попасть. Тут будет 4. Ага. Кресты, 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 магаз. Да, вот кладбище нам показано. Костяшники, дырук, затерянное эхо себя. Здесь очень опасно, и даже особо смелым не стоит сюда соваться. Внутренний двор допускается лишь призраком. А, поэтому меня и убила, наверное, эта штука, чтобы я стал призраком. Болото, старое кладбище. Это у нас и есть болото. Вот куда нас это вело. Теперь в соборе нам нужно будет найти... Вот эту вот вещицу, с которой ты обретаешь невероятные способности. И уже с помощью этой вещицы нам нужно будет что-то делать, извиняюсь. Кстати, это же у нас... У нас была эта страничка? 41, да. Это у нас распорядок порталов, смотрите, в центральном хабе. То есть вот он, первоначальный, который отрезан от всего поломанным... Это у нас с мечом, где нас убили. Так, разрушенный атолл, Окей. Я, наверное, мне нужно было быть более внимательным. А, хорошо, восточный лес. Это как... Вот это вот у нас еще осталось, дверь в горах. Я так полагаю, что раз эта локация у нас посвящена добыче нового артефакта, то, возможно, как раз дверь в горах у нас и будет последняя. Было бы еще неплохо вспомнить, как туда добираться, но, допустим, ладно. Я думаю, что как раз по... вон тот не открывшийся портал, он у нас будет туда и вести. Ну, что думаете? Ладно, давайте тогда на этом заканчивать. Место ничем не хуже всех остальных. Как раз на пороге новой локации. Собор, пойдем исследовать в следующей серии. Пока что спасибо всем, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.